Здорово, пацаны, с вами Даймонд. Сегодня мы сделаем лютый атмосферный ремикс. Это трек Лютики от артиста просто Лера. Пожалуйста. Когда мне грустно, я смотрю наши старые мультики в темноте утекав. Когда утекав. Для начала давайте вырежем акапеллу, нажимаем вот сюда, выбираем вот эту вот вкладку. И выбираем здесь только вокал. Теперь наша задача определить BPM, нажимаем опять же сюда и выбираем Detect Tempo. И выбираем значение от 75 до 150. Если у вас ничего не появилось и ничего не поменялось, то у вас 130 BPM. Поэтому как-то так. А в моих планах было сделать поменьше BPM, понизить до 110. Поэтому в обоих треках включаем во вкладке мод Stretch и понижаем до 110 BPM. Давайте теперь послушаем, как изменилось звучание нашего голоса. Тебе прижаться, забери меня срочно, пожалуйста. Когда мне грустно, я смотрю наши старые мультики в темноте, обнимая букет желтых лютиков. Предлагаю сразу подровнять трек в такт, выделяемся. Ищем первый кик, вот он, подгоняем на начало нового квадрата. Теперь перекидываем вокал на первую дорожку микшера и можем приступить к обработке. Я буду использовать свой пресет. Вот такая вот у меня обработка получилась. Мне грустно, я смотрю наши старые мультики в темноте. Когда мне грустно, я смотрю наши старые мультики в темноте. Теперь нам нужно сделать автоматизацию на реверб, чтобы сделать перед дропом такой плавненький эффект. Сделал я автоматизацию на все плагины, которые дают атмосферное звучание. Теперь нам нужно перед дропом сделать вот такую плавненькую горочку. И у нас получился вот такой вот приятненький эффект. Забери меня срочно, пожалуйста. Когда мне грустно. Что ж, можно спрятать эти автоматизации куда-нибудь вниз. Теперь мы создаем первый паттерн, растягиваем его на 4 квадрата и подбираем наш кик. Кик перекидываем на вторую дорожку в микшере. Свои пресеты я специально добавил обработки для всего этого трека, я их подписал кик лютики, вокал лютики, ну и остальные также звуки, так что берем и перетаскиваем на вторую дорожку в микшере. Вот такая вот у меня обработка получилась. Теперь наша задача расставить кик. Заходим в паттерн и расставляем кик, как в оригинале нашего трека. И меня срочно, пожалуйста. Когда мне грустно, я смотрю. Теперь создаем второй паттерн, да, мы будем расставлять снэр и сразу же подбираем его. Перекидываем их сразу на третью дорожку все и закину сразу же свой пресет для обработки. Теперь наша задача расставить его на каждый третий такт, и, например, в некоторых местах добавить какую-нибудь перебежечку.
Теперь создаем третий паттерн, растягиваем его на 4 квадрата, добираем хай-хэт. Также сразу же его перекидываем на четвертую дорожку в микшере и накинем обработку из моих пресетов, вот хай-хэт лютики. Сейчас покажу вам легкий способ. Ставим в конце дорожки один хай-хэт, потом переходим в channel rec, нажимаем правой кнопкой по хай-хэту и выбираем здесь fillage 2 steps. И у вас на весь трек расставился хай-хэт. Теперь ваша задача просто сделать где-нибудь перебежечки какие-нибудь и поиграться вот с velocity, например. Еще мне пришла одна маленькая идейка. Взял я open hat, давайте его сразу же перекинем на четвертую дорожку к хай-хету нашему, сделаем его потише и расставим на каждый второй такт. Давайте послушаем, как теперь поменялось звучание. Теперь в драм-ките ищем краш, я возьму вот такой вот, а также расставим его на каждый первый и третий такт. Перед дропом я его хочу перевернуть в другую сторону, поэтому нам надо сделать его уникальным. Нажимаем вот сюда, выбираем вот эту вот вкладку, потом два раза жмем по крэшу и выбираем вкладку реверс. Перекидываем краш на пятую дорожку в микшере и добавим сюда реверба. Здесь выкрутим на максимум и подкрутим вот эти вот крутилки тоже. Теперь создаем четвертый паттерн. Туда мы будем добавлять наш резбас. Создаем два серума, один для резбаса, второй для шума. Потом с моих пресетов перекидываем резбас, а также шум. Потом перекидываем на шестую дорожку наш бас. Сразу же его обработаем. Вот такие вот у меня обработки. Заходим в паттерн и расставляем бас по тональности. А также не забываем все скопировать и расставить также это в шум. Теперь, пацаны, давайте сделаем сетчейн. Заходим в микшер, выбираем любую дорожку. Я выберу 10-ю, покрашу какой-нибудь фиолетовый цвет и сделаем автоматизацию на громкость. Также, куда мы перекидывали бас, подключаем к сетчейну. И вокал нам тоже надо подключить к сетчейну. Теперь нам нужно разрезать это на длину кика, сделать вот такую вот горочку и расставить его на каждый кик. Создаем 5-й паттерн, он будет для мелодии. И создаем тоже много серумов. Я думаю, 3 штуки хватит, и что потом еще добавим. Потом это все перекидываем на 7-ю дорожку микшера, подключаем сразу же к сетчейну и подбираем лиды. Подобрал и обработал я уже 3 лида, звучат они вот так вот. По обработкам у них. Вставляются не очень легко, копируем ноты баса и вставляем их просто в лид. В общем, пацаны, предлагаю сейчас переместиться уже в готовый проект. Покажу мастер, покажу аранжировку трека, ну и всякие прочие плюшки тоже покажу. Вот так как-то выглядит этот проект. Как бы практически все то же самое, но чуть-чуть по паттернам раскидал лиды. Тут один лид, тут два лида, тут шум, тут сам резбас. Покажу обработки мастера. На
мастере также висят некоторые плагины для эффектов. Вот, например, Vider, Edna Smile и Destructor. Так что они в саму обработку не входят. Предлагаю послушать полностью трек. В общем, пацаны, хочу вас обрадовать и сказать, что этот проект вы сможете получить бесплатно. Нужно будет всего лишь подписаться на меня и на одного человека. Все ссылочки я оставлю в описании, а также не забудьте мне прислать скриншот в мою группу ВКонтакте. Ну а с вами был Diamond Remix. Всем пока.